Всем привет, привет, ребятки! Всем доброго утречка, с вами Флешка, и это «Женские игры». Доброе утро! Мы с вами на берегу. Где? Чаечка, чаечка. Так, мы на берегу, и у нас есть вот две точки, куда надо бы добраться. Кстати, если вот здесь светится сердечко, это значит, что я его там не забрала. Ну, не забрала, так не забрала. Знаете, вот сейчас бы прям все сердечки собирать. Тут какие-то... Не надо было так спрыгивать или надо было? Ой, здесь даже так задумано. Окей. Что-то мне кажется, я куда-то не туда иду. Что творит флешка? Что творит флешка? Я сюда могу вылезти. Сейчас мы с вами разберемся, что здесь где. О, здесь сохранялка. Мне кажется, что я здесь не был. Не была. Пошли. Галя, привет. Случайно попали на трансляцию? Странно. Странно, что вы случайно попали, потому что как бы четверг это таки мой день. О! Эти бяки. Прыгающие. Еще бяка прыгает. Так. Да давай. Ой. 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 Как-то очень... Ой, получилось. Ну ничего, сейчас поправим. Ок, а что здесь? Опа. Сейчас. Эй! Он что, убился? Не, ну ты, конечно, молодец, дружочек. Ты, конечно, молодец. Так, я не знаю, куда я хотела здесь прыгнуть, но я куда-то спрыгнула. И тут проход можно открыть. Я просто сидела на зиговом твиче. Вас сюда насильно затянуло? Так, пошли посмотрим, что там за... Что там за прелести? Кстати, можно и в эту сторону, и в эту сторону пойти. Так, что-то под конец нас очень сильно балует. О-о-о. Ага, я поняла. Там бабочка сидит, кстати. Нет. Так, кнопочка. Еще один ой. Да здесь вот этих ой будет. Ой, я вас умоляю. Это же ж платформер. Это у меня один сплошной ой. Один сплошной ой. Я в последний... Ну как? То, что на ютубчик... Да перестань ты. То, что на ютубчик последнее шло, я там постаралась, конечно, большинство повырезать. Оев. Но это не точно. ЛБ. Это триггер, это все, я поняла. Да... Да что-то, смотрю, у монстриков тоже ой бывает. Но он как бы не рассчитал. Ну как бы, как и я. Я не помню, какая кнопка включает эту штуку. Сейчас еще раз попытаюсь. Так, этим не надо. Сколько раз можно повторять одно и то же так? Все, запомни, вот это телепорт. Вот это телепорт. А вот это прицепляться. Говорю я, жмакая различные кнопки. Только пока я не приду туда, я не пойму, что это прицепляться. И я сейчас опять сделаю то, что не надо. А, потому что левой надо. И что? А я не хочу туда. Я хочу сюда. Хочу собрать бабочку. Ей!
притянуться. Я не тот, я правый использовала. РБ. Я не знаю, рассказывала ли я или нет. Мне кажется, что все, кто меня чуть лучше, чем большинство знают, в курсе, что у меня огромные проблемы слева-право. Это просто катастрофа. Это, наверное, та причина, по которой я никогда не буду водить автомобиль. Никогда. Потому что у меня очень плохо с этим. Так, поехали. Это типа было для вернуться, да? Да. Это исключительно для вернуться. Хорошо. Хорошо. Кустики. Тут вроде бы что-то гуляло. Вот там вот наверху что-то гуляет. Так. Блин, да сколько тут всего. О, улей. Мне казалось, что я могу уничтожить этот улей. Или мне только казалось. Ой, и там вкусняха есть. Не падай. А чё это столько всего вкусного прям под конец игры нам отсыпают? А что, не залезешь сюда? Серьезно? Дружище, это тут разочек подпрыгнуть. Ой, все. Так, пошли, значит, сюда. Уху-ху-ху-ху. Понабомбили. И что мне это дало? Угу, все, я поняла, что мне это дало. И что дальше? Понятно. У меня, кстати, энергия уходит, пока я висю на этом. Привет! Фу, Эся. Делириум, здравствуйте. Андет, да, ня тебе. Фантьер, привет. Так, ну я вот там вижу вкусняху, но я еще не понимаю, как туда добраться. Так, пошли в ту сторону. Уху-ху. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Угу. Все. Нет. Тут особо не разбежишься просто. Понимаете, вот так как я... Ой, прыгаю постоянно. Нет. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Ау! Я же достаточно далеко была. Ой, все. Но все равно мы туда пойдем. Я разбомбила эту штуку сверху висящую. А это значит, что я могу пройти там. Злая тваренька. Я вот тут теперь могу пройти. И, короче, пускай себе там гуляет. Так. А я здесь допрыгну разве? Нет. Страшно. Ой, допрыгнула. Ага. Это даже не вкусняха, это просто рычажок. О! Ну и хорошо. Я что-то совсем забыла, как тут драться. Хорошо, что он сам... Телекинетический удар на него. Ой, не та игра. Да-да-да. Я бы сама тут какое-то маслице на свой меч применила против всяческих вот этих инсектоидов. Как они? Ай! Вот так вот. А дальше куда? Туда. Вот. Хорошо. Отлично. В дыр... О!
Мы еще кусок меча нашли. Какое хорошее место! Это последний? Нет? Это, наверное, второй. Нет, это последний. Ух ты, пух ты, я могу. Так, опять твари. О-о-о-о-о-о. Так, я одного убила. Ой. Ау-ау-ау. Так, сердечки, сердечки, сердечки есть. Что, ждать, пока он ко мне запрыгнет? Ай! А, ты не-не-не. Иди сюда. Сердечки. Есть, все, от прыгающих тварей мы избавились. А как забраться туда-обратно? Наверх? Это что, мне надо повторить весь свой путь? Нет. Так нечестно. Блин, 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 блин. Так, у меня же вот этот, вот эта штука должна... Мой этот прыжок телепатический, телекинетический. Он должен оглушать. О, убила наконец-то. Ну блин, я хочу эту бабочку, ребята. Возвращаемся, страдаем, конечно, но бабочку я не могу оставить. Чудовище испугалось, красавица из... Слилась. А знаете, что я прочитала? Слиплась. Чудовище слиплось, представляете? Чудовище... У чудовища слиплось. Хорошо. Так, пошли еще раз. А чё? А чё? У нас же здесь путь открыт. Главное сейчас не убиться 150 раз. Особенно вот на этой штуке. Ну, вроде бы хорошо, хорошо. Пока что. Нет. Вот. Есть. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Может, у чудовища своей стандартной красоты? Ну, это да, это да. Спасибо, ВКшечки. Я недавно узнала очень полезную информацию. Очень прям безумно полезная информация. Оказывается, слоны реагируют на людей так, как мы реагируем на щеночков. Я прям боюсь представить, если бы слон захотел меня затискать до смерти. Потому что мне иногда хочется затискать щеночка до смерти. Ну, знаете, вот это такое что-то странное. Так, и что нам это дало? Хорошо. Ну, мы как бы вот все здесь сделали. Бабочку нашли. Что нам это дало? Мне вообще не сюда было. Тоже такое читал. Спасибо, ВКшечки, теперь все это читали. Правда или нет, я не проверяла, поэтому я это не распространяла. Вот, не знаю, вы, может, заметили, я не распространяю вообще ничего, что не могу проверить. Но почитать люблю всякую ерунду. Мне кажется, все любят почитать ерунду. Так. О, вот лианки это я люблю. Вот лианки это хорошо, только вот мимо это плохо. Лианки это хорошо. Жутковатая инфа. Да, да, сразу в Индию перехотелось. Хотя я думаю, что есть слоны, которые умеют себя держать в бивнях. Нет, бивни это эти их рожки. А как их лапки назвать? А как слоновьи лапки называются?
Ну не копыта же, правда? Потому что у них нету копыт. Просто ножки. Блин, мне теперь интересно, как называются слоновьи лапки. Блин! Ну почему я первый раз смогла? Так, ждем, пока восстановится это. Откуда я прыгала? Да отсюда или отсюда? Опять мимо. Ноги же, да? Ножки? Ну хорошо, ножки. О! Слоновьи лапки. Спасибо. Я скоро буду говорить, что у меня тоже лапки, и поэтому у меня ничего не получается. Хорошая отмаза теперь в интернете появилась. Так. Вот. Вылезли мы обратно. Чё мы сюда лазили, я не знаю. Наверное, вот за вкусняхами. Вот. Но задание всё-таки выполнить надо. Как туда попасть? Это очень хороший вопрос. Вот здесь есть шарик. Или это не шарик? Это похоже на слив больше. Хорошо, это слив. Блин, реально мне туда? Давайте попробуем как-то обойти. Кто там рычит? Ой, ой, ти-ти-ти-ти-ти-ти, чуть не самоубилась. Блин, мне точно туда. Возвращаемся. Сейчас будем думать, как там спуститься. Что проверять? Просто идешь в зоопарк, строишь глазки слонам. Если он тебя погладил хоботом и попросил маму тебя оставить, значит, правда. Что-то я не хочу. Они еще и с копытами. Лапонька, спасибо. Спасибо за вики-информацию. Будем знать. Я что-то никогда этим вопросом не... озадачивалась. Блин, ну это единственный путь. Ну, то есть... Или нет, здесь можно еще как-то вылезти. О, я вижу там эту точечку. Значит, по сути, я могу как-то сюда запрыгнуть. Так, вылазим наверх. Туда мы ходили уже, в другую сторону, пошли в эту. Не слетай. Видимо, тут как-то по трубам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты издеваешься! А! А-ха-ха-ха-ха! Ай! Давай! Ну! Нет! И что? И что? Я теперь практически без жизни. Драться с этим чудовищем там, на этой штуке, это для меня вообще не вариант, ребята. И что? Ага, вот здесь. Блин! Взбираться. Так, нам надо вот это покрутить. Крутить, я сказала. Крутить. Не та кнопка. Давай, поднимай уровень воды. Ты сможешь. Только не говорите, что у меня сейчас бить кто-то будет. Я соединила трубы. Супер. И чё? Я могу прыгнуть теперь сюда. Вопрос остается все тот же. And so...
Смотрите, там вот есть. Это чтобы забраться обратно. Стоп. И где это я? Не. То есть и труба еще не соединена? Ну не. Ну чё вы так? Ну кустик уже разбит, может и труба соединена. Чудовища здесь нету, кстати. Хорошо, я это сделала, но я не особо понимаю, зачем. Ну, как и вот это, да. Может, попробуем вот так вот. Если труба уже соединена, может, мне ее больше трогать не надо? Давайте просто попытаемся здесь вот куда-то. Ай, ну зачем ты так? А так сможешь? Не сможешь. Я хочу наверх залезть. Откуда мы, в принципе, сюда упали? Эй, прыгай, дружочек. Да? Я могу наверх? Могу наверх. Вот я соединила трубу. Это что-то наверху дает или нет? Может, я теперь пройти куда-то? Ау! Могу по этой трубе. Вот я вот эту трубу соединила. Да нифига она мне не дает. А! Ох, флешка! Лисеня и тигрочки ня. Хорошего вам дня. Сколько ня. Кошмар. Привет, Bad Wolf. Все, я поняла, нам в эту сторону. Я прям умница. А здесь еще куча фиолетового, кстати. Что за... Ну там все равно у нас светится. Ох, ты что такое-то? Ай. Это знаете, как вот эти орущие человечки Сириус Сэмми бежит на тебя и взрывается. Вот, нет, ну что ты? Ну что ты творишь? Я ж тебя там совсем не ожидала. Жизни совсем мало, просто супер. Но я что-то вот там вот не сделала. Понимаете? Выглядит как вот здесь. Может, оно где-то внизу просто? Фиона, да, ты о чем? Мы тут обсуждаем слонов. Травочка, дай сердечек, спасибо. А то эти взрывающиеся штуки меня совсем скушали. О, там эти... Чем-то на мух похоже. Я думаю, что нам надо найти какую-то точку телепорта. Вот эта противная штуковина. Видите, что делает? А там, походу, тоже взрывающийся. Ай, давай. Там надо покрутить. Но я не смогу покрутить, потому что у нас все фиолетовое. Это логично. Это да, соглашусь, логично. Блин. Прям блин. Привет, Алекс.
Привет. Хорошо, что я появляюсь сверху, и никто меня не может здесь достать. Так, пошли еще раз. А? Откуда он новый здесь? Они что, резнулись? Или я в ту сторону просто не ходила? Еще один. Мне это не нравится. Там, кстати, лесенка есть. Значит, туда как-то можно попасть. Может, с другой стороны. Может, как-то обойти можно. Хорошо, спускаемся. Ну, прыгай. Хоть камеру приблизили. Ай, ай, ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и зачем я сюда лезу? Вот это очень хороший вопрос. Чтобы залезть как-то наверх. Хорошо. Нет! Не получилось. Злая фиолетовая бяка. Да не то слово. Не то слово. Надо по верхушкам этих столбиков как-то пропрыгать. Сейчас мы тут попробуем пролететь, чтобы потом там пропрыгать. Нет. Нет. Аккуратненько. Откуда там дым? Или этот дым прям сверху аж вниз работает? Ух ты ж, блин. Так. Шлеп. Да это еще тот шлеп. Эта игра меня не любит. Вообще не любит. Или так, она меня любит, она меня не хочет отпускать. О, так мне думать приятнее. Все, да. Сойдемся на этой мысли. Игра меня не хочет отпускать, поэтому не дается. Но ничего. Мы все равно справимся. Мы с вами стойкие оловянные солдатики. Так. Вот так вот. А вот тут я не знаю, как. Ты хитрит твою налево. Как убить флешку? Просто несколько платформ. Тем не менее, она напоминает... Игра или эта штука? Ну, здесь вот этой фиолетовой штуковины есть и яйца, и тентакли. Что там только нету. А вот эта дымом плюющаяся штуковина, это прям вообще атас. Есть. Так, мы освободили какого-то жучка. И что ты сделаешь? Это я ради этого страдала? А, да-да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, смотрите, вы видите вдали? Вот там, где тентакли так бим-бим-бим делает. Нам надо туда. Нам надо туда, чтобы там почистить. То есть ты нам показал, куда нам надо? Ну окей. А как туда добраться, дружище? Блин, опять. Главное, слезть не могу с этих штук. Это та самая флешка, которая пожарник? А разве не лиса пожарник? Пожарник у нас лиса. Лиса, ты пожарник? Не-не, я туда не паду.
Нам надо к тентаклям. Как бы страшно это ни звучало, ну да. Я хочу вот сюда перепрыгнуть, но у меня не получается. Но мы с вами попробуем. Блин, ну я же допрыгнула. Почему ты не... Вот если чуть что я хочу спрыгнуть, то, короче, это... Он цепляется. А когда я хочу перепрыгнуть, он не цепляется. Нет, Зига тушила лиса. Я не захожу на сервер, когда стримит Зиг, чтобы не мешать. Ну, как бы, чтобы не напрягать сервер. Вот. И зачем я это сделала? Я не знаю, зачем я это сделала. А вот туда перепрыгнуть можно? Можно. Хорошо. А главное, нужно. Окей, это еще лучше. Вот это неожиданный поворот. Я бы фиг додумалась сюда. Вот. Давай, давай. Сначала ты вскрываешь пузырь, а я потом прокалываю глазик. Отлично. Вот, да. Пляши, мой дружочек, ты все сделал правильно. А так вот.